Никто не забыт, ничто не забыто. 22 июня – одна из самых печальных дат в истории России – начало Великой Отечественной войны. В субботу на городском кладбище ветераны и представители городской власти возложили цветы у неугасаемых лампад на Аллее памяти. Подробнее в материале Натальи Худяевой. Каждый шаг им дается с особым трудом. Годы берут свое. Но из раза в раз в годовщину Великой Отечественной войны, несмотря на погоду и плохое самочувствие, они приходят почтить память родных, близких, друзей и тех, кто, не жалея своей жизни, ковал победу на передовой и в тылу. Очень важно вспомнить тех, с кем были знакомы, и они ушли. И они сейчас радуются, что их не оставили. Вот, без внимания. По традиции ветеранам раздают красные гвоздики. В нашей стране они давно стали символом свободы и победы в Великой Отечественной войне. На аллее памяти их возложили с особым трепетом к неугасаемым лампадам на могилы солдат. Память должна быть всегда. Пока мы их помним, пока поминаем, пока не будут в нашей памяти останутся. Это наши деды, прадеды, которые отвоевали наш сегодняшний день, которые положили, легли на полях сражений. Дань уважения всем поколениям воинам, не только Великой Отечественной, и дань уважения всем поколениям воинам, которые погибли при защите нашей Родины. Ираида Мильшина войну встретила шестиклассницей. Отца и братьев сразу забрали на фронт. В этот же день закончилось беззаботное детство. На долгие 5 лет лозунг «Все для фронта, все для победы» стал смыслом ее жизни. Сейчас Ираида Мильшина старается хранить воспоминания о том страшном времени. Брата, 45-й год, фотография нашла. В мае война кончилась в Бердине, а в июле он фотографировался. И вот эта фотография сохранилась, эта память. Я вот открываю вот этот альбом и плачу. Память бесценна. В этом уверены все, кто пришел на городское кладбище 22 июня. Могил, которые на кладбище, с каждым годом все больше и больше. И когда идешь и смотришь, читаешь фамилии, каждого из них ты знал, ну, очень, конечно, грустно. Но, тем не менее, вот мы должны, вот это как память о тех событиях и такой урок для всех нас, что нужно стараться строить так отношения, чтобы никогда не было войны. Память о войне – это не только память о победе и высочайшем подвиге нашего народа, но и память о страдании, жертвах и поражениях, которые он понес. 22 июня навсегда останется в истории как черная дата, с которой начался отсчет Великой Отечественной войны. Наталья Худяева, Роман Чернов, служба новостей «Импульс».